Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Воспитывать чемпионов дзюдо всероссийского и даже мирового уровня. В Самаре открылся новый борцовский клуб одного из ведущих тренеров Самарской области Анны Сараевой. Среди почетных гостей глава Советского района, руководитель областной федерации дзюдо и Приволжского федерального округа. Чем больше будет залов, тем больше детей будет приходить, тем, конечно, это важно для нас, для развития нашего вида спорта. Чемпионка страны и победительница этапа Кубка Европы Анастасия Конкина выступает с товарищами по борьбе на открытии клуба дзюдо Анны Сараевой. Титулованная спортсменка уверена, это самый лучший в Самаре зал для тренировок. Не только для начинающих. Здесь есть где развернуться и мастерам спорта. Открытие этого зала ждали очень долго. Вот как я пришла вообще в спорт, мы все время мечтали, чтобы у нас был именно свой клуб, и наконец-то эта мечта осуществилась. Мы вместе планировали, как здесь что будет, где канаты висеть, как ковер разложить. Тут дело все в тренере на самом деле. Анна Александровна как раз тот тренер, который может вырастить чемпионов. Могу сказать это на собственном опыте. Анна Сараева в прошлом сама успешно выступала на соревнованиях. Чемпионка страны, двукратная чемпионка Европы. Не одно десятилетие передает свой уникальный опыт молодым спортсменам. В своем клубе талантливый тренер решил воспитывать будущих победителей среди детей из малообеспеченных семей. Я много ездила, много видела спортивных залов. Сама тренировалась в более скромных условиях. И, конечно, всегда мне хотелось, чтобы вот были именно такие специализированные оборудования. Поэтому у меня здесь канаты, у меня здесь чучело, у меня здесь полусферы, там фитоболы, то есть все, чтобы детям было интересно тренироваться. В клубе дзюдо 4 зала, 2 для борьбы и столько же для физподготовки. Анна Сараева ждет к себе на занятия всех желающих мальчишек и девчонок от 6 до 15 лет. Мастер уверена, ее спортсмены на соревнованиях без медалей не останутся. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!